Только два игровых вечера осталось принять физкультурно-оздоровительному центру Полесье-Арена в рамках Кубка Мозырского района по мини-футболу. И после начальной стадии турнира, на которой отсеялись Мозырсоль и Грузовит, настало время четвертьфиналов. Они завершили следующим образом. Коронамебель «Пандора» 7-2, Ясно МЧС 7-6. Чемпион Мозырского района коллектив нефтеперерабатывающего завода разгадал секрет пирамиды 9-2. Вице-чемпионы футболисты «Зари», сыграв днем ранее в Гомеле с местным ДСК в ничью 1-1 стартовый тур чемпионата области первой лиги, не встретили особых проблем со стороны М-Сити 8-3. Что до чемпиона района команды Мозырского НПЗ, то интересно, рассчитывает ли она сделать золотой дубль, оставив за собой еще и кубок столицы Полесья. Ну, конечно, каждая команда, я считаю, что рассчитывает победить в этом турнире. Да, хотелось бы выиграть и чемпионат, и сейчас кубок. Спасибо тренерскому штабу, спасибо ребятам за дачу. Идем от игры к игре и получаем такой результат. В апреле команда нефтеперерабатывающего завода выходит на газон футбола классического и значительно видоизмененная. По сравнению с прошлым сезоном, вторая лига чемпионата Республики Беларусь ждет. Ждем вторую лигу, готовимся к ней, усиливаемся. Ну, собираемся показать результат не хуже прошлогоднего. Следующий вопрос мы зададим Артему Николаевичу как директору физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена», который старается как можно лучше организовать каждое мероприятие. И знаете, дорогие телезрители, если взять тот же чемпионат и кубок Мозырского района по мини-футболу, то можно испытывать гордость за судейский корпус и сотрудников этой спортивной арены. Гордость, конечно, испытываем и за комплекс, и за сотрудников. Стараемся каждое мероприятие проводить на высоком уровне. Для этого мы и строили это учреждение. Яркий пример – наш следующий собеседник, который и арену готовит к спортивным сражениям. И в роли судьи и секретаря он помочь провести мини-футбольный поединок всегда готов. Такие матчи требуют и от сотрудников Полесье-Арены определенного внимания, определенного контроля. Вот, следим за порядком в зале. Ну, как бы болельщики у нас в основном дисциплинированные, болельщики благодарные, особых хлопот нам не доставляют. И нам тоже очень приятно, когда на матчах полные трибуны, когда болельщики хорошо болеют. Ну, а что скажет Евгений Геннадьевич по поводу возможных финалистов? Вновь сойдутся первая и вторая команды чемпионата района или, возможно, сюрпризы? Думаю, что, наверное, все-таки традиционно сложившиеся уже последние несколько лет нашей традиции финал будет разыгрывать, чемпионство будет, кубок будут разыгрывать между собой команды НПЗ и совхоза комбината «Зари». Вот. А уже победитель, игра покажет. Уже во вторник, 5 марта, полуфиналы. В них встречаются «Коронамебель», «Мозырский НПЗ». Этот матч стартует в 8 часов вечера. Часом позже сыграют «Ясно» и «Заря». Победители встретятся в финале, который состоится 7 марта в четверг. Начало встречи в 8 часов вечера. Тогда и определится обладатель Кубка Мозырского района по мини-футболу.